О, вы чё, тут что ли? Всем привет! Короче, да, начинаем ролик. Смотрите, всем приятного просмотра. Девчонка-проводница, размазались ресницы, и на столе в стакане стоит вчерашний чай. Девчонка-проводница, как мало ночка длится, ну вот и все, приехали, прощай. Сквозь ночную пургу кофточка пахла духами. Оба мы знали, что утром сойду, все будет словно не с нами. Только зачем-то намокли глаза, тихо ты что-то шептала. На руку мне вдруг упала слеза, утро так быстро настало. Девчонка-проводница, размазались ресницы, и на столе в стакане стоит вчерашний чай. Девчонка-проводница, как мало ночка длится, ну вот и все, приехали, прощай. Белая смята слегка, мой пиджачок чуть в помаде. Рядом пустая бутыль коньяка, слипся щербет на тетради. Ребят, сейчас будет небольшое видео из ТикТока в следующем кадре, да. Там говорится о том, что мы гонимся за айфонами. Ну, в принципе, там говорится о том, что мы за чем-то новым постоянно гонимся, постоянно что-то новое хотим, да. То есть, ну, как и подтекст такой. Так вот, ну, действительно, там правильные слова сказаны. Слушайтесь, пожалуйста, в это, потому что много того, что мы новое за новым гонимся, новое покупаем. Нельзя на это новое что-то запечатлить, что-то как-то сделать, то, что происходит такое в жизни, в нашей ярко. В общем, слушайтесь, пожалуйста, следующий кадр. Я просто знаю, что не все досмотрят видео до конца, поэтому я решил вот этот кусочек, этот кадр ставить вам в начале. Поэтому слушайтесь, пожалуйста, именно в этот кадр, который будет следующий. Реально говорится очень нужные и правильные вещи в том кадре. Спасибо. Мы так боимся не успеть за новым айфоном, срываем его буквально с китайских станков, чтобы снять на него то, что лайкают миллионы, но ни на один из них не снять наших снов. Не передать силу моря и россыпь звезд, не сфокусироваться на учащенном пульсе. И на какое видео снять запах твоих волос? Молчишь. Ну вот и я не в курсе. Ребят, хочу кое-чем с вами, точнее, поделиться. Вот такой вот творожок Агуша. Блин, реально вкусный. Советую всем. Да, я сейчас такой на немного ЗОЖ хочу упасть, то есть серьезно, да. В предыдущем видосе, в влоге он говорил, что я хочу перестать есть сладкое. Честно, подумал перестать есть и хлеб, ну, мучное. Также вот хочу от жареного чуть-чуть отойти. В общем, да, будем стараться за, ну, чуть немножечко до Нового года убрать вот это вот. Чуть-чуть хотя бы его убрать, то слишком большой. В общем, как-то так. Все такая плита. Ну, это ужин. Ужин. Сейчас поужинаю, да. Ребят, хочу порекомендовать вам чай. Вот такой чай, такое название. Ну, открытый пакетик, да, я сейчас заварил чай. Он там, он стоит, не обращайте внимания. Короче, он
той стороны кровати стоять, просто время уже позднее, да. Поэтому, ну, пора ложиться сейчас потихоньку спать, завтра там важный день. Завтра это я говорил про понедельник. Число напишу, какое сейчас здесь увидите. Чтобы понимали, какого числа снимается ролик. В общем, вот этот чай очень и очень хороший. Увидите где-то, купите, попробуйте, не пожалеете. Ну, то есть, серьезно, это нормальный чай. Он в пакетиках, есть в рассыпном виде. В рассыпном, честно, не пробовал, но, как показывает практика, в пакетиках обычно фигня. Да, в рассыпных всегда лучше даже те же взять чай какой-то там, не знаю, ну, любой акбар, да. В пакетиках он так себе, в рассыпном он более-менее ничего. Если он в пакетике, вот этот чай отличный, хороший, я не представляю, какой вау-эффект может быть от рассыпчатого. Либо наоборот, рассыпчатый может быть шлагом. В общем, попробуйте, да. Ну, а мы в свое время, я попробую найти такой вот чай тоже в рассыпном. И, может быть, для вас даже запишу рубрику «Давайте попробуем». Может быть, на этот чай тоже запишу. А если нет, может, в каком-нибудь таком видео уложеночке. В общем, попробуйте, вкусный. Всем рекомендую. Ребят, я в ошейнике. Хоть что-то из таких чаев взять. На самом деле хочу взять Липтон, но Липтона, по-моему, здесь нету. Да. Липтона здесь нет. Это плохо. Ладно, сейчас, может, найду. Ну, мячики, как и видите. Такой даже есть. Сдутый какой-то, ну, в общем. Блин, на следующий год хочу себе мячик просто купить, ребят. Ладно, не удивляйтесь, хочу мячик. Не знаю, либо, ну, посмотрим, может, в спортмастере в тот же салон. Не знаю, надо подумать. Хотя не знаю, когда вы смотрите этот ролик. Вообще я снимаю ролик 25 октября 2022 года. Данный кадр, да? Не знаю, возможно, вы смотрите уже 23-м. В общем, знаете, хочу купить мячик себе на лето. Блин, ребят, знаете, я захожу, смотрю, думаю купить, да. А тут видите, какой в Ашане облом. На самом деле, вот специально за такими-то фигурками я и ехал. За такими. Ну, а также я еще приехал за хлопушками, которых тоже почему-то нет. Зато вот книжечки есть. Да, ну ладно. Сейчас, может, я найду хлопушки. Ну, носочки взял. Носочки забрал. Да. Ребят, смотрите, какие фужеры. Красивые, да? Мне особенно, знаете, что понравилось? Такая вот рюмочка, да? Выглядит так стильно, модно. Ну, вот эти бокальчики. Это вообще красота. Особенно вот это. Блин, да? Ну, я не пьющий. Ну, я просто не считаю. А считаю, зачем это не дома, если ты не пьешь, да? Так, для красоты, для мебели. Ну, не знаю. По мне это глупо. Ну, в общем, вот такие вот. Это тоже красивые, блин. Может быть, щеточки. Кстати, вот это хорошая щеточка. Она и стоит хорошо. Для машины, да? Кто автолюбитель, да? Чистит, вот хорошая щеточка для вас. Ну, кстати, тоже вот неплохая. И цена довольно нормальная. Ну, вот такую можно взять. В принципе, наверное, разницы-то и нет. Ходил, нашел елочное украшение. Такое, все, да. Ну, что-то хлопушек не видать. Но я спросил. Пока нет. Кстати, вот эти вот красивые. Короче, пока хлопушек нету. Так, ну а по поводу чая Липтона, да. Не нашел я чай Липтон в Ашане, да. Поэтому никакой чай не брал. Ну, там Нести, Фьюсти, может было. Нести от Фьюсти мало. Чем отличается, ну,
Поэтому я не очень люблю ни Нейсти, ни Фьюсти. Мне больше Липтон, потому что у них как-то вот вкус, да, по насыщению у Липтонов. На мой личный взгляд, да. Поэтому не взял никакой чай, ничего и сладкого не брал. Да, потому что стараюсь не есть, держусь. Кто-то сейчас напишет, или кто-то подумает, или кто-то все-таки опять же напишет, скажет, да, это же тоже Нейсти, Фьюсти, Липтон, сладкий чай. Да, это сладкий чай, но это, не знаю, иногда прям, знаете, хочется, поэтому как-то так. Ну, я не купил, соответственно, я не сорвался, все хорошо, я держусь, честно хочется, и честно был повод поесть сладкого, но пока держусь, пока нет, в общем, как-то так, да. Ну, еще также вот в ролике, да, в этом же, получается, где мячики убирал, сказал, я не знаю, когда вы посмотрите это видео. Я действительно не знаю, когда вы смотрите это видео, потому что настроение... Ну, они для Рутуба, да, сейчас смотрят на Рутубе, короче, совсем долбанутые, мы же смотрим, вот, да, получается. Я про Ютуб говорю, на Ютубе, я не знаю, когда я выпущу этот ролик. Ну, я его выпущу, да, но не знаю, когда, по всей причине. Честно, на YouTube пока не хочу ничего снимать. На YouTube как-то сегодня тяжело стало, все очень жестко. И пока не хочу на YouTube. Посмотрим. Посмотрим, есть у меня одна тема, кое-какая, с кем. После кого я точно вернусь, ну, на YouTube я также буду, то все хорошо. Рутуб, Ютуб, это мои две площадки. Ну, пока вот на Рутуб. Пока вам, ребята, рутубовским, да, кто смотрит. Будем здесь поднимать активность. В общем, все. Всем приятного просмотра. Я вас чуть-чуть обманул. Неприятного просмотра. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, да, там... Пишите комментарии, что хотите, делайте, в общем, пожалуйста. Да, ну, в рамках, естественно, приличия дозволенного. Поэтому как-то так. Все, на этом все точно. Всем пока, до новых встреч.